По легенде, в службу спасения поступил сигнал о тонущем на реке человеке. Сотрудники поисково-спасательной службы совместно со специалистами госинспекции по маломерным судам выехали на место происшествия, где провели спасательную операцию. Тренировочное мероприятие получило оценку удовлетворительно. Да, это проводится в преддверии купального сезона. Это запланированное мероприятие. Лишний раз по взаимодействию о приведении всех служб в период купального сезона в повышенную готовность, чтобы все были на чеку в нужный момент и в нужное время прибыть, оказать помощь, предотвратить чрезвычайное происшествие. В этом сезоне в Кургане будут официально открыты 4 пляжа – Бабьи Пески, Бульвар Солнечный, Казакатея и Голубые озера. Кировский пляж, на котором проводилась тренировочная операция, пока в этот список не попал. Руководитель Курганского инспекторского участка Виктор Протовень подчеркнул, работа по очищению и обустройству пляжей будет продолжена. Но окончательное решение об открытии новых мест отдыха примет администрация Кургана. Марина Богатырева, Надежда Мохирева, Денис Сидинкин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».